Всем привет! Сегодня я научу делать скин помни. Но перед этой примерой ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В конце видео спрошу, если помогла. Так, теперь у всех, наверное, есть вопрос. Как я взяла такую красивую голову? Прямо такая. Очень подходящая. Знаете откуда? Это я просто написала вот в этих вот аксессуарах. Так. И вот, смотрите, какие тут головы. Прямо очень похожи. Вот. А чтобы было лучше видно, надо просто волосы убрать. Вот, теперь прям в точь, в точь. Так. Теперь надо одежду брать. Так. Пишем. Но тут надо клоун писать, потому что если написать помни, тогда не получится. Вот сейчас. Так. Так. Надеюсь, правильно. Во. Во, правильно написала. Так. Теперь ищем подходящую одежду. Не, вот это прям подходит. Хоть и рукава длинные, но подходит. Так, теперь снова пишем то же самое. Во. Теперь вот. Нажимаем теперь другое, наоборот, вот так вот. Во, а теперь, ну, похоже на помни. Похоже очень. Не, ну а чё? Прям вылитая помни. Во, теперь, кому помогла со скином помни, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!